фиксиклер дуньясы ве ажайыптыр. Егерде сіз бізім бөлі сериалларымыз дегілде мультфильмінің қысмыны сейретмеге та тұрышсаңыз, әлбетте интернет вастасында таба білесіңіз. YouTube олсын, әрбір сайтларда бізім группаларымыз бар, демек анда кіріңіз. Ве мультфильмнің кележек қысмыны көре білесіңіз. Ама ең доғры бір шей бұны саба программасында сейретмек. Ама сен чоқ шейлеріні қарап оламайсын, ішке ашқасын бөле ватандашларымызға бұ тевселерімізні береміз. Эбет бөле мультфильмлеріні біз тәржіме етеміз, сонра бөле сеслендірмеге де ниетленеміз, яғни яқшы ішлеріні япмаға тұрышамыз. Ве білесіңіз мұ, достылар, чоқ Аллаға шүкірлер айтмаға істейміз ке, чынки қырым бойынша бір чоқ бөле яқшы ве қайрии ішлеріні бежерген бір чоқ тешкілятлар. Чалышалар ве күн-күнден оларның сайсы еп артмақта, оларға да чоқ сағылыңыз айтмаға істейміз, ве шымды бізде бөле гүзел фырсат олайжақ, яғни тамам оларға бөле сағылыңыз айтмаға. Яғни бізім студиямызда бүгін бөле бір тешкілятының векілері болуынмақта, яғни сен тақдим ет, Гүлжан, сана бөле фұрсатны береджем. Машалла, сағы ол, бөле инсаларыны тақдим етмек ғұрурдыр. Бөле инсалардан бірісі Мавлюдова Сусанна ханым, ве Заляева Екатерина, ве Данильченко Данил ғалебе ғоңүллері. Яни олар ади бір ғоңүллі инсалар дегілді, олар бөле ажайып бізім қараманларымызның ғоңүллілерідір. Демек олар бізім қартларымызға, ветеранларымызға ярдым етіп, бөле ярдым қолар узаталар. Селям алейкум, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Как ваше настроение с утра? Отлично. Знаем, что приехали к нам с других городов, с Феодосии, Салушты. Дорога несложная была? Да, ну, в принципе, как всегда, в Симферополь уже привычно приезжать. Как бы, ну, работаем по всему Крыму, поэтому ездить не привыкать. Как бы. Я, конечно, по утрам тяжело встаю, поэтому мне непривычно так рано вставать, но ничего. Как бы, ну, это тоже новое, интересное. Вообще дорогу люблю, кататься люблю, ездить люблю. Мы рады, что вы к нам приехали, спасибо вам большое. И давайте немножко теперь поговорим о вашей организации. Расскажите, что за организация, когда она начала работать? Ну, в год 70-летия Победы сформировался корпус волонтерский по указу президента. И потом перерос во Всероссийское общественное движение, которое объединило более 150 тысяч молодежи по всей стране. На данный момент у нас в Крыму зарегистрирована организация «Волонтеры Победы», региональное отделение. В каждом городе у нас ребята работают. Более 2000 зарегистрированных ребят, но активных, наверное, гораздо больше, потому что в мероприятиях уже приняло участие около 7000, наверное, ребят по всему Крыму. В принципе, вступить в организацию может каждый желающий, да? Да, каждый. А возраст, это больше, большая часть, это молодежь, да, именно? Это школьники, ну, студенты, либо кто это? Ну, со школьниками, наверное, им больше интересны исторические квесты, которые основаны на реальных событиях, с историей ветеранов составлены. То есть ведется большая работа. А для более старшего поколения, наверное, вот встреча с ветеранами важна, потому что они еще как бы с детства к этому воспитаны. И, ну и брать, конечно, с собой школьников всегда нужно. Сана ханум, будет вопрос к вам. Как вы узнали об этой организации? Почему решили вступить в нее? Ну, я студентка Феодосийской финансово-экономической академии. Поступила в эту академию. Там я нашла единомышленников, узнала об этом движении, встретила очень много добрых, отзывчивых людей. Мне рассказали обо всем, о направлении их деятельности. Мне сразу стало интересно. Я буквально с самого первого мероприятия поняла, что все, я хочу в этом движении дальше работать. А до этого вы как-то занимались благотворительностью какой-то? До этого, ну, в школе бывали там различные акции, ну, это так, в таком уровне больше. У нас Сана и Даниил у нас в Феодосии, мы уже поняли, что там развито это движение. Екатерина, вы с Алушты. Да. Насколько развито это движение в Алуште вообще, и много ли там волонтеров? Ну, смотрите, у нас в Алуште, так как вузов, СУЗов нету, в основном это школьники. У нас на базе нескольких школ созданы прям школьные отряды волонтеров Победы. И есть муниципальный штаб, который я возглавляю и руковожу. Ну, на данный момент человек 100 вот активных ребят точно у нас это есть. Это только по городу? Да, это только по городу, поэтому ребятам это интересно. Сейчас вот у нас очень много новеньких малышей, которым еще по 12 лет, но они настолько вот им это хочется, поэтому, конечно, не отказываем, они с нами принимают участие в акциях различных. И вот на следующей неделе мы идем к ветеранам, они очень серьезно к этому готовятся, очень переживают. Разные города Симферополя,
и Крыма, можно сказать. Как вы собираетесь, как вы работаете, ваши планы? Сотрудничество ваше. Ну, я же говорю, изначально как бы в каком-то смысле эти сформировались везде, а потом вот где-то осталась работа, где-то чуть-чуть поменьше, где-то побольше. Но вот мы стараемся проводить такие региональные этапы исторических квестов, и Крым Патриот Центр нам помогает с автобусами. Мы собираем там по 200, по 300 молодежи. Они вначале играют, ну, получается, участвуют в квесте, потом пока полевая кухня, всякие конкурсы, они знакомятся, и потом между собой общаются в социальных сетях, как бы, и вот такого вот их общения, такая большая семья получается. Вот расскажите, пожалуйста, подробнее теперь о тех мероприятиях, которые вы проводите. Откуда вообще приходят идеи их провести? То есть кому вы больше помогаете? Вот кто нуждается в вашей помощи? Ну, наверное, мероприятия прописаны все в патриотическом воспитании, в законе всероссийском, как бы, и мы оттуда вот работаем, то, что нам присылают, и какие-то акции сами придумываем, какие-то школьники во время каких-то наших встреч дают идею, мы ее помогаем воплотить в жизнь, как бы вот так вот. Вот как появляется вот эта идея провести акцию? Вы, возможно, видите какого-то человека, который требуется вашей помощи, нуждается. Либо как это происходит? Ну, если взять ветеранов, то чаще мы просто совместно с Союзом ветеранов посещаем их, ну, предварительно звоним, договариваемся о встрече. Если какая-то нужна помощь там по дому или по двору, конечно, мы приходим, помогаем. Как бы школьники на это тоже хорошо отзываются. Вот. Сейчас хотела рассказать, да, как раз школьница, она участвует в конкурсе «Юный доброволец России», вот, и у нее проект «Голубь – символ мира на земле». У нее идея появилась спонтанно, мы просто сидели, делали голубков, ну, из оригами. Она говорит, а классно было бы пойти в начальную школу, научить их делать это, и плюс еще рассказать о Великой Отечественной войне в такой немножечко игровой форме, да, потому что они маленькие, но чтобы они уже понимали, насколько это важно. И вот сейчас у нее такой проект, и вот так спонтанно просто вот появилась идея, и мы будем реализовывать ее уже вот со следующего месяца. Скажите, пожалуйста, как я вижу, у вас есть сайт свой, или это крымский сайт, это всероссийский, или всероссийский? Всероссийский, да. Угу. Вот. А актуальные новости, как вы подаете свои там мероприятия, или есть контакты? Есть, ну, в принципе, у каждого, наверное, региона созданы в социальных сетях группы, как бы, во всех. И вот там, наверное, все новости молодежь в основном узнает, потому что все там сидят. Сайты – это для более такого административного, наверное, ресурса какого-то. Там очень часто выходят анонсы мероприятий, да, где ребята могут наблюдать за тем, ну, или конкурсы, вот как «Пасы Победы». Наши же ребята с каждого региона участвуют в параде Победы в Москве на 9 мая. Вот мы тоже, вот Екатерина участвовала в 2016 году, была «Пасом Победы» от Крыма, а мы с Саной ездили в 2017 году. Вот. Какие ваши впечатления, когда ваши коллеги, единомышленники, как вы собрались, какие впечатления? Как встречают там крымчан? Ну, ой, сейчас. Думала, да. На самом деле, когда я приехала, я, получается, была первая тогда, вот в 2016 году. И когда у меня была функция встречать ветеранов перед Красной площадью. И когда я просто говорила ветеранам, что я с Крыма, все, это объятие, это миллион вопросов. И когда надо было уже их провожать дальше на трибуну, они говорят, нет, мы еще не все спросили, подождите, пожалуйста. Вот. Но эмоции, честно, это непередаваемые, потому что это Красная площадь, и ты понимаешь, что ты не просто даже смотришь где-то по телевизору, ты смотришь, но ты еще и принимаешь участие, ты встречаешь ветеранов, которые действительно дали нам наше чистое небо над головой. Оксана, вы сейчас учитесь и занимаетесь вот параллельно благотворительной деятельностью такой. Есть ли в планах вообще продолжать вот всю жизнь, может быть, заниматься этим? То есть, несмотря на работу какую-то постоянно, заниматься именно благотворительностью? Я считаю, что добро делать нужно всегда, благотворительностью заниматься нужно независимо от возраста, вот, поэтому останавливаться я, конечно же, не хочу. Мне очень нравится это движение, мне очень нравится моя команда, и пока у меня есть такая возможность, я, конечно же, буду продолжать свою работу. А как вас воспринимают сверстники, когда вы говорите, что вот я волонтер такой-то организации, то есть что вам говорят? Ну, иногда как-то воспринимают не очень, не могут понять, для чего, почему надо. А когда придут иногда на мероприятие, поучаствуют или что-то сами сделают, и вливаются так, что потом, почему я этим раньше никогда не занимался. Как бы вот так. А вот у вас у самих какие возникают эмоции, ощущения, впечатления, когда вам удается помочь? Вот действительно, вы помогли конкретному человеку? Наверное,
чувство гордости какое-то за себя, за свою страну даже. Если, допустим, брать наше посещение ветеранов, очень часто мы регулярно посещаем их в личные праздники и на 9 мая, в преддверии 9 мая. Каждый мой поход к ветерану – это что-то вот такое вот теплое, согревающее. Мне очень нравится общаться с ними, потому что вот это вот отдача, их обратная связь, их глаза постоянно горят, они очень радуются, когда мы к ним приходим. Поэтому я считаю, что ветеранов нужно посещать, ну, чаще, однозначно. Как вы успеваете? Как вы правильно время? Времени, конечно, не хватает никогда. Но мы еще, помимо этого, во всех таких масштабных акциях, наверное, по Крыму везде участвуем, стараемся, чтобы наши ребята развивались в разном направлении. Как бы все-таки... Вот одна из таких акций, по-моему, прошла как раз на прошедших выходных. «Белый цветок» акция называлась благотворительная. Расскажите немного об этой акции, как готовились к ней? Ну вот, Екатерина, наверное, больше. Да, ну мы с нашими ребятами, мы сами делали цветочки белые из ленточек. И помимо как бы города, да, там было много столов с подделками и прочим, мы ходили и предлагали принять участие, рассказывали людям, зачем эта акция и насколько важно помочь тем детям, на которые мы собирали эти денежку на цену. Сколько сделали цветков? Потому что я сама была на этой акции, было очень много людей, и у каждого из них можно было увидеть белый цветок. Ну, мы сделали где-то около 500 цветков, и нам не хватило. Мы за час их раздали, то есть... Сделали не только вы, да? Да. То есть, ну, там были разные, ну, все школы нашего города, другие организации. То есть это вот действительно было объединение всего города, когда вышли все работники разных структур, школьники, вот, волонтеры наши. Ну, это вот такая вот, знаете, приятное понимание того, что ты что-то делаешь, ты делаешь хорошее дело, и ты такой не один. Какой итог этой акции? Куда пойдут собранные средства? И вообще, вот как они собирались? Ну, в Алуште мы собирали для двух ребят, которые больные тяжело, и это пойдет им на лечение. То есть, ну, у нас был круглый стол в Алуште, где обсуждалось, кому именно пойдут. Вот, там проголосовали, все поддержали действительно этих ребят. И вот были белые тубусы, куда собирали, потом все едино подсчитали. То есть, вот... все, что продавалось, да, все шло только до. Да. Я так понимаю, эта акция проходила в двух городах, да, в Алуште и Феодосии? Ну, по-моему, Феодосии даже больше. Там республиканский, да, наверное, масштаб? Да. Я понимаю, участие сопровождало. В Феодосии тоже очень масштабно все прошло. Были представители из разных, каждый представлял свое ремесло. Вот, ну, то есть... То есть много организаций, да, были? Детские сады, и школы, и другие какие-то организации. Могли представить полностью свои, да, какие-то вещи, которые можно было продать. Да. И все собранные средства тоже идут на благотворительность. Дальнейшие ваши планы и какие мероприятия от вас ожидать? Ну, ближайшие мы все ждем Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который пройдет в Сочи. У нас делегация поедет от Крыма. 100 человек участников и 50 волонтеров. Что будет там происходить конкретно? Ну, более 190 стран мира приедет, 30 тысяч молодежи, 20 с России, да, получается? Да, по-моему. Ну, это будет грандиозное мероприятие, я думаю, все увидят и открытие, и закрытие. Вот. Но самое главное о том, что мы сможем там рассказать, что мы Крым, да, и мы Россия, и то, что, ну, как на самом деле это есть, и поделиться с ребятами своими эмоциями с разных стран мира. Внимание, наверное, нам будет уделено такое. Да. По Крыму какие-то благотворительные акции будут? Где можно будет вас увидеть, принять участие, вот внести свою лепту? Ну, следующий у нас будет исторический квест проходить 4 ноября на День народного единства. Ну, надеемся, что нашей команды он будет итоговый в этом году. И несколько команд, и мы надеемся, что поедет в Москву. Да, у нас есть рейтинг всероссийский школьных команд. И мы можем с гордостью сказать, что одна из команд у нас на 3-м месте во всероссийском рейтинге, вторая на 5-м и третья на 7-м месте. То есть Крым очень активно работает в этом направлении, и ребята у нас действительно умненькие, и на всероссийском уровне они показывают отличные результаты. Спасибо. Санаханом, а есть идея, которую хочется воплотить в жизнь, но вот пока не получается? Может быть, нужна какая-то помощь, поддержка еще? Ну, идей на самом деле много, но вот должное внимание хотелось бы все-таки уделить ветеранам, потому что
они нуждаются в нашей заботе, в нашей поддержке, в нашей помощи. Вот. Будем стараться чаще их навещать, будем стараться как-то помогать им физически. Угу. Вот. Пока вот в планах это. Вы как люди, которые тесно сотрудничают с ветеранами, постоянно видитесь, общаетесь. Вообще количество ветеранов какое сейчас по Крыму? Ну, оно очень... Мы все понимаем, что уменьшается, конечно, с каждым годом. Да, могу сказать, в Феодосии больше 100 ветеранов. Это не только в Феодосии, но и в районе. Да, большой Феодосии, в поселках. Мы, наверное, стараемся всех посещать в течение года, буквально. То есть вне зависимости от праздников, да, каких-то памятных дней вы уходите? Это и какая-то физическая помощь? Как вообще происходит посещение ветеранов? Каждому ветерану индивидуальный подход. Вообще, обычно это мы приходим с какими-то угощениями, фруктами к ветерану. Допустим, это какой-то праздник, его личный, день рождения. Вот. Встречают нас всегда радужно очень. Вот. Общаемся, спрашиваем о его боевом пути. Как здоровье, как настроение, нужна ли вам помощь какая-то. Обычно они не стесняются, говорят сразу, если что-то нужно, не нужно. Вот какая в ответ реакция? Какие эмоции возникают? Ой, эмоции могут быть вообще различными. Они бывают и плачут, они, да, такое вот тоже случается. Вот. Но в такой ситуации не нужно паниковать, нужно так аккуратненько сказать, вот, не расстраивайтесь, все хорошо. Вот. Но обычно они вот очень благодарны, что их не забывают, их помнят, что к ним приходят, навещают. Вот как-то так, да. Савонос, спасибо, что пришли. И теперь ваше пожелание нашим телезрителям. Наверное, хотелось бы пожелать, чтобы каждое утро было действительно добрым. И почаще делайте добрые дела. От этого и на сердце теплее, и просто приятно идти по городу и улыбаться окружающим. Данил? Стремитесь к новым победам. Не забывайте победы наших дедов и прадедов. Растите, делайте добрые дела, будьте счастливы. Спасибо, Сусанна Ханум. Всем хорошего настроения. Спасибо, что пригласили нас. Спасибо вам, что вы пришли. Спасибо, что дарите вот это добро, помогаете. Помогаете и молодежи, и взрослому поколению. И спасибо за то, что вы вообще есть и уделяете свое время другим людям. Спасибо. Спасибо. Сайхлы телесерчилер, бұзы сехатырлатамыз, бұзым студиямызда ғалибе ғонуллері адлы тәшкілятының векеллері, яне Сусана Мавлюдова, Екатерина Заляева, ве Даниил Данильченко. Бұл ұндылар өз ішлерінен, өз түшінделерінен бөле пайлаштылар, ве енді білемізке олар яқын вақытларда Сочи шәріне азырланалар, бөле анда Мерақлы бір мерасим от керіледжек, олар дайында азырлық көрелер, ве біз оларға мұтлақ мұвафақиетлер тілейміз, ве оларға дабыр кере сағылыңыз айтмаға істейміз. Сағылыңыз деп айтамыз, ве сізде ұнытмаңыз, боле қайры ешлерінде сізде оғыраша білесіңіз, демек евден шыққаныңызда бұақты түшініңіз, ве әр вақыт ярдым етмек, ве сіз ярдымның істегіне башқа бір шелеріні талап етмеңіз. Әлбетте бұл үшілер Алладан қайта жақ, ве ондан да ғайры енді қырмымызда жайы бір күн, яңы шафтасының башланымасы, ве насыл авария реті бізіне бекілежек, келіңіз бірабер